Добрый вечер, дорогие мои друзья. Мы находимся на студии у двух барабанщиков, у нашего бессменного продюсера Андрея Надышина. Сегодня мы записываем одну новую песню из нашего будущего альбома. В скором времени мы представим ее на ваш суд. Пользуясь случаем, хочу пригласить вас 14 февраля на наш сольный концерт. До встречи на концерте. Поехали. Вот до этого был клёвый, ты зря его так вот натянул. Там просто надо было ноту эту поправить и все. Вот когда там... Когда на Руси оргазма еще не было. Малые делали нормально. Друзья, добрый вечер. Сейчас я вам покажу, где мы писали самые свои лучшие альбомы. Это студия Владгарина. Это Александр Орлов, он готовит новую песню. Я ему показал только что аккорды, сейчас он их разучивает. Думает над гармонией. Пошли дальше. Это саунд-продюсеры территории. Здесь мы все пишем. Пойдем по вам. Вован Лицов записывает гитарные партии для песни «Танки рвутся в ад». Подписывает песенки. Это Андрей Ненадышин, наш продюсер. Вау! Привет. Главное... Ну все, опошлил, блин. Что делаешь? Стандартная процедура. Ставим струны. Новая песня, новые струны. Дорого нынче обходится. Проще не писаться. Но мы не такие. Подарите Вована на 14 февраля струны. Комплект так 12. Калибр какой у тебя? 9.46. Вот. Все запомнили. 9.46. Охренеть. Стоп! Белорусские палочки подвели, сейчас сломал. Сейчас, погоди, палочку возьму. Вот, вот. Мы любим белорусского производителя, но вот чем он еще не рад. Паузу не надо, все, с этого пишем. Пауза записана. Понял? А я думал, ты в барабан попасть не можешь. Зрение совсем оху... Мимо, воздух. Я попаду, просто я вижу, ну, что да, я с непривычки лупил. Я тоже не сразу попадал. Да-дам, 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 там-там. А Булгаков там поют что в этот момент? Да. Короче, теперь там 4 четверти, но настолько запутаны, что кажется, что криво. А раньше реально было криво на 1/8, а сейчас теперь ровно. Где Вовка? Ты сейчас с кем? Не знаю, я сам себя успокаиваю. Нормально. Ай-яй-яй. Что ты делаешь? Ты хочешь все сломать? Нет. Или все купить? Я купить хочу. Сотни лет мы горим, наши стоны слышны сквозь туман веков. Нас оставили судьбы. Вам не скрыться и в аду. Ждите я. Черт. Вот отдельно можно, и у меня аж скул сводит, блин. Вот это, ну, она тяжелая фраза. Марширую сквозь века. Мертвые армии войска. Это не парад, что последний.